Здравствуйте, меня зовут Марина Горбунова. Я психолог, мастер-маг. Провожу консультации и психологические игры при помощи метафорических ассоциативных карт. Мы можем вместе с вами прийти к наилучшему для вас решению проблемы с детьми, в отношениях, здоровье. Поиграем! Присоединяйтесь ко мне ВКонтакте. Написано на русском языке Марина Горбунова. Мой телефон 8-996-749-49-42. Жду вас! Хотите, как вам тут хочется. Нужно с любой стороны. И когда раскладывать? Да, расклад, да. Брать любую? Возьмите. Раздражительно? Да. Что у меня в семье за счет? Двое детей причем. Да. А посередине-то? Серьезно, так и есть, да? Да ну нет. По количеству, да. Они грустные все. Дети. Мои раздражители. В хорошем смысле. Ну, Лена, правда. Ну, если напрямую, как карту читать как ответ к моему запросу, ну, семья. Семьей, естественно, у меня связано с семьей. Но вот здесь я вижу только, что ответ семья. Ну, как бы, ключи в семье. Дальше могу взять карту? Пока берите. Да, если где-то сейчас. Давайте следующую. А эти карты не надо читать? Пока нет. Ну, вы подумайте об этом. Ну, какая же картинка? Вот, мои раздражители. Ну, тоже мои раздражители. А какой цвет? Синий? Ага, три карты берем. Синий вы пойдете с самого низа, да? Да. Ходите. А можно вот так вот, например, зайти в один вагон, то есть не менять? Может быть, вот тут как бы тоже подсознание, как бы не то, что там вот даже вот проблема в том, что я озвучила, а вот в том, что хочется не размениваться. Да это как вы видите ваши? Я думаю, что так. Мои страхи и опасения. Можете по этой идти дороже, можете по этой. Главное определиться, в какую сторону. Или большие карты берете, или маленькие. Нет. Можно любые брать, любую колоду. Открываете одну из них. Одну из них. Задала вопрос, как относится свое предназначение. С этим должно быть связано? Да, конечно, с вашим запросом. В чем страхи, опасения? Вашего вопроса. Ну, есть такое, как будто я уйду от родителей, ну, как бы несправедливо вот это будет, как бы, кто им поможет, кроме меня, я у них как бы дочь одна, вот, ну, вот это вот слово у меня вот с этим идет. Я, наверное... А у вас остальные там как? Вот. А, у вас без картинок? А вот у меня было три, я взяла слова, ну, слова, которые... Правильно? Нет, а ваши-то остальные? А, вот. А, мы просто, я ассоциацию хочу увидеть.
Для себя выбрать цветы. Ну, хрупкость вот тоже, это, наверное, знаете, как вот сосуд такой, семья сосуд. Мне, ну, как бы я очень бережно отношусь к своей семье, и вот, ну, может быть, там ранить как-то морально, вот, боюсь, это тоже боюсь. Мои же раздражители же, да? Да, мои раздражители. Ну вот волшебный, я что-то вообще у меня ничего не идет с этим словом. Не ваше. Ну, как бы раздражители. Ну вот брошенный тоже, вот, ну, может быть, в статусе в статусе брошенных, вот, не хочу их оставить, вот, вот так вот, наверное. Ну вот, волшебство точно нет, хрупкость, вот, у меня сейчас, как раздражитель тоже, я не могу ничего придумать. Вот эти вот две. Давайте. Отсюда они, да? Да. Ну, конечно, потребность обрести силу. Я, наверное, кажусь уже Хорошо. Дайте. Кто-то из моей семьи. Как это? Ну, смятение я, честно говоря, не могу отнести вообще. Рассвет. Но это, наверное, я несу к себе, потому что когда... А кто-то из вашей семьи? Ну, вообще, когда что-то из своей семьи касается именно будущего, это, наверное, мало, потому что на самых поддержка. Ну, наверное, когда я проявляю свою стойкость, когда мама видит, что получается, что я не останавливаюсь, буду не пить чай. Какие-то напустые какая-то похвала, я святаю, и хочется идти вперед дальше. Наверное, сейчас смятение это не меня. Хорошо. Сейчас мне хотелось бы, чтобы вы из ваших карт сложили некое подобие домика. Построить дом, да. Как карточный? В виде домика, да. Это просто абстрактно, да. Не связывает смысл? Почему? Какой-то смысл в этом должен происходить. Как вы считаете?
пусть домик попробуйте построить. Ну, это, наверное, мой страх тоже остаться там одинокой, грубо говоря, бабулечкой, что-то такое. А здесь мне очень понравилось, это я как заложила как фундамент, фантазия, то есть нужно очень хорошо визуализировать то, что я хочу. И я тут положила с этой стороны те карты, которые прям очень мои, а это то, что я не приемлю, то есть мне нужно сформулировать, помимо того, что я хочу с этим партнером, и сформулировать, грубо говоря, то, что мне бы не хотелось. То есть очень конкретно поставить задачу, в принципе, и тогда все выстроится. Мне понравилось. Понравилось? Здорово. Что-нибудь скажешь? Я вижу так, что вообще сама я в детстве была таким достаточно замкнутым ребенком. Не общительным. Это вот звоним, если бы он очень нужен. Если бы он узнал, какая я была в детстве, ему бы это не понравилось. Да? Да, вот такая вот. Вот такая. Вот она. Одна. И ему не хватает такого тепла, и он будет пропитаться. Ну, хорошо. Уже нужно потом прийти, да? Вопросы все. Есть еще? Что ты хотел кто-то сказать? Сейчас, согласно моему запросу, я нахожусь как бы в ожидании, ищу, но растопится лед. Старости. Прям к старости прям. Свое предназначение, видимо, я найду в зрелом возрасте. Обрету силу в зрелости. Да, наверное, в зрелом возрасте я обрету какую-то силу. То есть тебе сейчас грустно, и ты ждешь? Ну, я в ожидании чего-то. Ждешь. Ну, оно так есть вообще, да? Ну, может быть, да. Я в ожидании, что... Наверное, а это процесс, да. А в зрелости я обрету силу, мне прям вообще понравилось. Ага, здорово, да. Спасибо. Мне очень понравилось. Спасибо. Хочу вам еще предложить, как бонус, каждому из вас выбрать метафору сегодняшнего дня, нынешней игре, чтобы вам пришла какая-то метафора лично для вас. Тоже психологические открытки. С метафорами сейчас. Пожалуйста, попробую. Достаньте. Можно прочитать. Будет даже самый сложный ситуацию. Как то мило. Сами решайте, как вам нужно. Потом не надо будет. Так здорово. Почитайте, девочки. Сейчас. Прислушивайтесь к тому, что происходит вокруг вас, и вы найдете то, что даст вам силы. Вообще с обратной стороны, да? Ну да, там почитаем. Две стороны, да. Это вообще очень здорово, конечно. Вашего положения, когда его недостатки будут меньше расстраивать вас. Наглучу, наглучу. Не, вообще прям классно. Не думайте, что у вас чего-то нет. У вас есть жизнь, в которой есть все и даже больше. Ну, отлично. Здорово, да. Ничего не ищи, да? Ага, здорово. Зрелость просто силу обретешь уже. Ничего искать, все есть. А можно ее тоже сказать? Да, конечно, фотографии. Ищите в окружающих вас людях и обстоятельствах помощников, а не проблемы. Это прямо про меня. Я просто, если честно, так это начинаю суетиться, что-то искать, что все против меня. В общем, вообще-то просто расслабиться. Очень круто. Здорово. А как в целом вот эта вот игра называется, вот эти вот картиночки, есть название, да? Это метафорические ассоциативные, да, вы попозже присоединились. Можно записаться в ВКонтакте или позвонить. Вот, игры мы проводим в Плага. Вот, я там являюсь детским семейным психологом, занимаюсь
эриксонской психотерапии, практиками, да, пожалуйста, приглашаю. У нас есть еще сексолог, таролог. Можно записаться на консультирование по скайпу, если кто, межгород, пожалуйста.